Масленичная неделя завершится широкими проводами зимы. 1 марта в 10 часов утра в селе Платоновка будет проходить ярмарка, где свою продукцию представят производители Рассказовского района, соседних городов и районов области. Гостей праздника ждут театрализованные представления и конкурсные программы. Русские проводы масленицы пройдут и в Рассказово. Народные гуляния развернутся на городской площади 2 марта в 13 часов дня. Всех, 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 от мала до велика, издалека или близко, приглашаем на праздник Масленицы, повеселиться да блинами угоститься. Широкая Масленица приглашает всех жителей 2 марта в 13 часов на центральную площадь города, где состоится народное гуляние «Проводы русской зимы». Всех вас в гости мы зовем, угостим весельем и блином!